Здравствуйте, представляем вашему вниманию реактор со стеклянной емкостью объемом 10 литров, циркуляционный термостат и полуавтоматический поршневой дозатор с функцией забора продуктом D500M1. Конструкция данного реактора выполнена из высокопрочного боросиликатного стекла. Основными составными элементами установки являются несущий каркас из стали, холодильник, мешалка, капельная воронка, контрольная панель скорости смешивания, съемный дренажный клапан с ручкой, колесики для удобства транспортировки. Комплектация оборудования включает вакууметр, электрический двигатель и регулятор частоты вращения. Оснащение якорной мешалкой, изготовленной из армированной стали тефлона, позволяет осуществлять перемешивание продукта различной степени вязкости. Скорость вращения мешалки может достигать 680 оборотов в минуту. Диапазон рабочих температур варьируется от 60 до 200 градусов. Регулировка параметров работы установки осуществляется при помощи панели управления цифровым дисплеем. Покрытие защитной оболочки обеспечивает долгий срок службы реактора и надежную его эксплуатацию. Циркуляционный термостат работает в диапазоне температур от 0 до 200 градусов. Максимальная производительность 10,5 литров в минуту. Циркуляционный термостат служит для поддержания заданной температуры. В нашем случае температура, как вы видите, 68 градусов. При необходимости мы можем ее поднять либо опустить. Далее идем. Полуавтоматический дозатор ND500M1 может работать как с вязкими, жидкими, так и с густыми продуктами. И теперь я давайте покажу, как вам это все работает вместе. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и до свидания.